В условиях меняющихся законов юристам необходимо знать все подводные камни, чтобы уберечь граждан от роковых ошибок в оформлении документов. Ульяновские нотариусы провели ежегодно образовательный семинар по теме новелл российского наследственного права, совместном завещании супругов и наследственном договоре. Семинар посвящен вопросам наследственного права современным и двум новым конструкциям – это совместному завещанию и договору, наследственному договору. Обе эти конструкции вступили в силу с 1 июля 2019 года. И для того, чтобы нашим клиентам, гражданам, которые к нам обращаются, мы оказали всестороннюю помощь, чтобы мы лучше условия предусмотрели в том или ином документе, вот для этого сегодня вот этот семинар посвящен этому. Семинар начался с награждения лучших. Далее перешли к посвящению в нотариусы. На верность российскому нотариату присягнули димитровградские нотариусы Антон Горенков и Лариса Явочкина. Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью. Лариса Анатольевна посвятила нотариальной службе более 20 лет жизни. В этом году, в день 25-летия областной нотариальной палаты, она участвовала в конкурсе на замещение вакантной должности и победила. Нотариус считает свою профессию одной из самых важных в современном обществе. Нотариус, безусловно, очень ответственная, очень почетная профессия и должность. На нее возложена очень большие задачи. Я считаю даже, что это миссия по служению закону, обществу, государству. После триумфальной части перешли к обучению. Перед участниками выступил эксперт, профессор Московского юридического университета Олег Блинков. Виктория Чиркова, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ.